гонка была довольно-таки интересная, интересный маршрут. Особенно останавливаешься в каких-то местах сложных, спецучастках. Видно Петропавловск, очень хорошо центр. Ну, ребята очень круто откатали. Организатор планировал, что эти два круга, даже лидеры, пройдут где-то не менее, точнее, двух часов. Но в итоге получилось лучшее время у Гаврилова Володи 1:20, ну и чуть больше у Клюева Толика. Третьим пришел Боря Смирнов. Пацаны молодцы, очень эмоциональные такие сейчас у них рассказы, как, что, где они проходили, спецучастки, довольно-таки очень интересно и круто. Ну, конечно, спасибо организаторам, что в этом году устраивают столько много гонок, и в очередной раз Камчатка Мото удивил. Мистер Борис! А? Вот чуть ускоряешься, вот хочешь вот что-то там слетаешь и начинаешь его тащить. Я себе сам тут приключений понасоздавал. Самое сложное — это траверсы. Я просто не ехал, у меня колесо вниз туда как бы слетало и все. Вот Боря чемпион, да? Это да. Это да. Не, ну меня постоянно подстегивало, что... Боря когда, короче... Что Толян сзади, я такой думаю, вот Толян сзади, так! Быстрее, газу, газу, газу! Ну, конечно, Толю догнать было очень сложно, как бы. Мы с ним вот на первом круге там друг другу помогли, там в один подъемчик друг другу подтянули. И, в принципе, я старался просто за ним идти и не отрываться. На втором круге интересный такой подъемчик. Просто мне вот получилось выскочить быстрее его. То есть мы вместе подъехали, я выскочил быстрее его и уже пошел впереди. Прям уже подстегивало, что он сзади, и хотел финишировать первым.